Мы продолжаем изучать новые модные слова. Лакшери. Что это такое и о чем так говорят? Рассказываем простыми словами. Лакшери – слово, традиционно пришедшее в нашу речь из английского, и на русский переводится как «роскошь» или «предмет роскоши». Так называют товары и услуги люкс премиум класса. Например, лакшери автомобили – это эксклюзивное авто, литые диски, мини-бар, кожаный салон. Однако некоторые специалисты уверены, что лакшери – это нечто большее, чем просто роскошь. Это показатель статуса, чувство наслаждения от дорогих вещей, восторг и восхищение теми, кто разработал лакшери-продукт.